Пришел, увидел, показал, но только самое важное и интересное. По такому принципу трудятся телевизионщики. 16 ноября работники телевидения, а еще радио и связи отмечают свой профессиональный праздник. Журналисты, режиссеры, операторы и другие сотрудники СМИ принимают поздравления. А телеканал МТМ по случаю торжественной даты решил показать зрителям закулисье творческого процесса. Смотрим! Современный мир трудно представить без телевидения, отмечают специалисты. Телевизор смотрят от мала до велика, жители мегаполисов и маленьких сел. Именно поэтому журналисты МТМ стараются делать продукт на любой вкус. В сетке нашего вещания есть программы с аналитикой и актуальной информацией, аспекты и акценты недели. Решить проблемы дома поможет актуально о коммунальном. Одеться соответственно температуре за окном, модная погода. Года. Проявить способности юных запорожцев – шоу «Школа. Мы ищем таланты». О главных событиях города ежедневно рассказывают журналисты службы новостей. Телевидение – это довольно-таки сложный процесс. Это действительно за каждым сюжетом, который мы смотрим в новостях, стоит работа оператора, журналиста, стоит работа водителей. То есть это работа большого количества профессионалов. Мы стараемся действительно, чтобы наши новости были объективные, были оперативные, выходили вовремя, выходили качественно, освещали действительно, не были однобокими, а освещали всю жизнь города и, в общем-то, нашего мегаполиса. Кроме журналиста и оператора, активное участие в подготовке сюжета принимают режиссеры монтажа. Именно они собирают в единое целое видео и текст и выстраивают в один логичный ряд, который по итогу на экране увидит зритель. Все зависит от того, какой сюжет, какая специфика. Допустим, если это сюжет рекламный, то нужно его делать как бы, ну, внимательнее, нужно согласовывать с заказчиком. То есть, ну, это, конечно, намного больше времени уходит. А новостные сюжеты, они должны быть оперативными. Допустим, вот для того, чтобы он успел выйти в эфир тогда, когда он должен выйти в эфир, его нужно и быстро снять, и оперативно написать, и, естественно, оперативно смонтировать. За активную жизненную позицию и освещение событий города и области работников телеканалов поблагодарил губернатор Григорий Самардак. В честь праздника работникам телевидения и радио вручил грамоты. Отметили и телеканал МТМ. Сегодня очень важно, что вы, как вы преподносите информацию, как вы формируете мнение. Ведь не зря называют вашу профессию четвертой ветвой власти, да? И ответственность от понимания этих процессов, ответственность за свою работу – это как раз вот то, что сегодня не хватает очень многим в нашем обществе и в наше время. Нести ответственность за информацию, которая выходит в эфире, на телеканале МТМ обещают всегда. Творческий коллектив уже готовится удивить зрителей новыми интересными программами.